Даду-79 представляет. Сегодня, конечно, большой праздник, он начался еще вчера для всех тех, которые ненавидят меня, которые давно об этом говорили, и вот теперь им кажется, что их мечта сбылась, потому что опубликовано такое специфическое решение о санкциях, и есть предложение по санкционному списку, предложение так звучит красиво. И, короче, комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который рекомендует администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министр Российской Федерации, крупные российские бизнесмены, общественные деятели и журналисты. Мне очень понравилось про журналисты, потому что, ну, чистых журналистов там один, это я, имеется в виду, у которого нет больше никаких должностей. Также Маргарита Симонян, но Маргарита Симна, кроме того, что выдающийся журналист, также и большой руководитель. Мне, конечно, приятно находиться в такой компании. То есть мне, естественно, неприятно существование любого списка санкций. Стало это известно из твиттера конгрессмена Пола Массара. Он написал там, на эту тему. И я вот вам списочек зачитаю. Во-первых, что там написано? Что необходимо в течение 180 дней после даты опубликования президент должен представить соответствующей комиссии Конгресса определение, включающее детальные пояснения. Попадает ли кто-нибудь из этих персон под критерии, прописанные в статье такой-то, такой-то, как там коррупционеры и нарушители прав человека. Номер 14. Владимир Соловьев. Media Personality. Маргарита Симонян, главный редактор RT. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.